В Алматы студенты организовали марш мира. Молодые люди прошлись по центральным улицам и пели государственный гимн. В руках они несли плакаты «За мирный Казахстан» и «Наша сила в единстве». В конце участники шествия возложили цветы к памятнику воинам-панфиловцам. Марш не был согласован с городскими властями, поэтому правоохранителям пришлось напомнить о запрете на несанкционированное собрание и попросить молодежь разойтись.